Сейчас нам, за мной находится палата, где делают пердельник, так называемая национальная сладость пражская. И сейчас покажу, как все это выглядит немножко. Next level.
дождя. Бегом, бегом, бегом. Укрытие. Так, мы скрылись от дождя. Возле какой-то стеночки стоим. Но это мы были на Карлова мосту, с Карлова моста бежали. Первый раз пошли туда сегодня. Хотя говорят, что Рига 340 дней солнечных. Но сегодня как-то совсем он не солнечный. Хотя с утра был совсем солнечный. Все промокли. Сейчас скрываемся от дождя. Друзья, смотрите, что происходит на улице. Мы стоим возле стеночки. Ждем, пока дождь пойдет, он все сильнее и сильнее. Пойдем. А куда идти? Так, друзья, дождь закончился, мы все насквозь мокрые, шел где-то, наверное, минут 40-45, и сейчас вот начинают все расходиться, движение началось, но мы все-все-все полностью мокрые. Да, друзья, сейчас началось прям полнейшее движение, все идут, спешат, потому что вдруг еще пойдет дождь. Не знаю, вроде пока посветлело. Я вообще иду босиком, вот мои сандалеты. И я иду босиком по Праге, так как полностью весь мокрый насквозь.